Квартет чувашских маунтинбайкистов, обладателей титулов чемпионов России в горном велосипеде, а это Ирина Калентьева, Ирина Иванова, Вера Андреева и Алексей Левин, пополнился новой фамилией. Золото главного старта страны в олимпийской дисциплине кросс-кантри завоевал 24-летний велогонщик Евгений Евграфов. За перипетиями гонки, развернувшейся на трассе, проложенной в Миасском горнолыжном центре «Солнечная долина», внимательно наблюдал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. 24-летний подопечный 7-й школы Олимпийского резерва имени Валерия Эрды, второй стартовый номер на гонку, ушел в роли фаворита. Статус лидера, а неделю ранее в рамках международных состязаний, проводимых на трассе Миасского горнолыжного центра «Солнечная долина», Евгений выиграл две гонки в категории элита, добавили уверенности велогонщику из Чувашии. Евгений со старта вырвался вперед и сумел сохранить свое преимущество до финиша. Занявший второе место петербуржец Павел Лунде уступил чемпиону более минуты. Я действительно рад этой победе, ведь чемпионат – это самый важный старт сезона. Сейчас будет небольшой отдых, и я надеюсь, что на вторую часть сезона я выйду в такой же прекрасной форме и еще смогу завоевать первые места и на международных стартах. Золото чемпионата страны, завоеванное Евгением Евграфовым, оказалось не единственным в медальной копилке маунтинбайкистов Чувашии. На верхнюю ступень пьедестала почета в ранге победителей первенства России поднялись Роман Романов, Элина Семенова, Дмитрий Петров. Бронзу российского достоинства в гонке юниоров завоевал Леонид Павлов. Одним из самых удачных выступлений спортсменов сборной команды Чувашской республики по маунтинбайку именно в олимпийской дисциплине кросс-кантри было завоевано сразу 4 золотые медали и 1 бронзовая. И кроме этого спортсмены-победители были удостоены маек чемпионов России, что безусловно их стимулирует для достижения более высоких целей, задач. Перерыв у лидеров будет недолгим. Уже 19 июля в Челябинской области стартуют чемпионаты первенства страны по маунтинбайку в дисциплине «Многодневная гонка». Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.